Начнем с маленького экскурса в историю. Nike KD10. Это были классные кроссовки, но подошва в них жила примерно месяц. И то, если тебе сильно повезет. В 11-й модели дизайнеры исправили косяк подошвы, но вот стопу они абсолютно не фиксировали. Модель номер 12. Это были крутые кроссовки. Они понравились большинству игроков, ровно как и модель номер 13. Сейчас пришло время разобраться в том, как себя ведут на паркете новые кроссовки Кевина Дюранта. Меня зовут Кирилл, и это детальный обзор на Nike KD14. Скажу сразу, я не буду сравнивать данную модель и ее предшественника, просто потому что это разные кроссовки. Скажу лишь, что новинка получила более мягкий корпус, в нее впервые за 7 лет вернули ремешок, ну и из подошвы убрали один баллон. Все, на этом сравнение окончено, и дальше будет речь только лишь о том, как KD14 ведут себя на паркете. Дизайн кроссовок – это, конечно, вопрос спорный. Кому-то они зашли, кто-то от них, мягко говоря, не в восторге. Если тебе интересно мое мнение, я скажу так. Пока кроссовки в руках, или же пока не лежат в коробке, это пара с крутым дизайном. Но как только они оказываются на ногах, они становятся такими забавными валенками. Ну, правда, KD14 не получили ничего агрессивного в свой дизайн, никаких угловатых линий, ничего подобного. Хотя в них есть прикольная отсылка к прозвищу Кевина Дюранта. И если бы не KD14, лично я не узнал бы никогда, что у Дюранта было какое-то еще прозвище. Так вот, его называют Slim Reaper. Эта фраза берет свое начало в американском термине Grim Reaper. Это жнец смерти. У нас более известно как старуха с косой. Ну, то есть смерть — это старуха с косой. Только вот в случае с Кевином Дюрантом это худая старуха с косой, ну, от слова Slim. Так вот, эта отсылка заключается в том, что если расстегнуть ремешок и посмотреть на него под вот таким углом, он будет выглядеть именно как коса той самой смерти. Плюс на внутренней стороне мицоли есть 14 отметок, 14 отметин того самого худого жнеца смерти. Соответственно, 14 отметин, 14 моделей Кевина Дюранта. И вот при всей этой ужасной истории, при всем этом страхе касаемо смерти и всего подобного, кроссовки больше напоминают какого-то плюшевого мишку, чем какого-то свирепого монстра. При этом термин «плюшевый» я использовал не просто так. Корпус кроссовок выполнен в очень интересном сочетании материалов. Сразу скажу, здесь нет ничего премиального и нет никаких сверхтехнологий. Это не леброны. 14-е дюранты представлены трехслойной синтетикой. Все максимально просто, но все работает. Первый слой синтетики – это база кроссовок, это их основа. Он отвечает за общую жесткость конструкции и фиксацию стопы. У него есть области по бокам и над пальцевой коробкой, которые работают как клетка при затягивании шнурка. То есть чем сильнее ты затягиваешь шнурки, тем сильнее кроссовки обволакивают твою стопу. Второй слой — это тонкая сетка. Тонкая синтетическая сетка, которая покрывает первый слой и отвечает за сохранение, что ли, за сохранение первого слоя, за его прочность, чтобы его быстро никто не порвал. Что касаемо третьего слоя, третий слой — это вообще нечто сложно описуемое. Его сложно описать словами, я назову его бархат. Ну, на ощупь он примерно такой. Вот если ты не представляешь, что такое бархат, и если ты не знаешь, как он на ощупь, ну, не знаю, прокатись в любой провинциальный городок, зайди в его дом культуры, и вот там около сцены по бокам гарантированно до сих пор висят красные бархатные шторы. Лично в моем маленьком городке, родном моем городке, до сих пор они там висят, поэтому я думаю, в остальных городах ситуация ровно такая же. Так вот, третий слой, бархатный, будем его так называть, третий слой, он чисто декоративный. Его используют дизайнеры для того, чтобы создать из кроссовок или придать кроссовкам какие-то невероятные расцветки. К примеру, в данной расцветке за счет третьего слоя удалось добиться леопардового принта. В остальных вариациях KD14 это реализовано еще более ярко. Я считаю, что лучше всего описывать ощущения от тех или иных параметров кроссовок, это если сравнивать их с чем-то более привычным. Так вот, я скажу, что посадка внутри KD14 — это перчатки. Это самые настоящие перчатки, которые обволакивают твою стопу. Ничто нигде не жмет, ничто нигде не натирает. В кроссовках нет ни миллиметра свободного пространства. Кроссовки просто становятся чем-то
цельным с твоей стопой. И вот, правда, в этом всем кроется одна уникальность размера KD14. Если тебе кто-то скажет, что 14-е дюранты мало мерят, пожалуйста, не верим, это не так. Кроссовки идут строго в свой размер, но вот посадка в них настолько плотная, что мало баскетболистов любят вот именно такую посадку, чтобы кроссовки были прям миллиметр в миллиметр. Лично у меня широкая стопа, и я не люблю, когда кроссовки очень плотно сидят на ноге, поэтому я взял наполовину размера больше. Я абсолютно не потерял фиксации стопы, но вот уровень комфорта у меня вырос сразу же в разы. Так что, если ты любишь плотную посадку, такую, как примерно в Kyrie 7, например, или в тех же 13-х дюрантах, вот бери тогда строго свой размер. Если же ты хочешь добавить немножко комфорта и свободы своей стопе внутри кроссовок, вперед на половину размера больше и побежали на тренировку. От комфорта и материалов данных кроссовок я предлагаю перейти сразу к их безопасности. Ну и ответить на самый главный вопрос: зачем здесь ремешок, зачем его вернули и работает ли он вообще? Вот с фиксацией стопы мы уже разобрались, поэтому здесь можно смело сказать, что стопа абсолютно не двигается ни в носке, ни в пятке, все окей с этим. С внешней стороны есть пластиковая вставка с типа нарисованным баллоном Zoom Air. Скажу сразу, баллон находится чуть ниже, это чистый муляж. Но эта вставка работает как бортик, она не дает стопе заваливаться и вываливаться наружу при резкой остановке или же кроссовере. При этом она не ощущается как какое-то инородное тело, она не впивается тебе в стопу и не доставляет никакого дискомфорта. В этом и самый кайф, потому что бывают случаи, когда подобные элементы ты ощущаешь, и тебе просто от этого неприятно. Неприятно делать кроссоверы. Ну, у меня так было, и так было у большинства игроков. Так вот, в KD14 вставка на месте, вставка работает, но ты ее не ощущаешь, и это прекрасно. Область пятки – это монолитная конструкция. Конструкция с внутренним стаканом и набивочным материалом. Правда, вот дизайн она получила странный. Смотришь на нее и вспоминаешь молодого Шарпея со всеми его складками, со всеми его морщинами и всем подобным. Но вот, в принципе, она работает, и это самое главное. То есть, неважно, как она выглядит, потому что по факту ее будет видеть только твой соперник, который будет смотреть тебе в спину, глядя, как ты уходишь в быстрый отрыв. Как такового аутриггера в данной паре нет, его роль исполняет широкая подошва, которая выходит за область корпуса примерно на 1 см. Это позволяет стопе не заваливаться при резких остановках или же неуклюжих движениях. К тому же в копилку безопасности и устойчивости данной пары можно добавить широкую плоскую подошву и пластиковую вставку в центре стопы, что не дает кроссовкам скручиваться. То есть скрутить их достаточно сложно. А вот ремешок, ну, к нему есть вопросы. Лично я никогда не понимал, да и вряд ли я когда-нибудь пойму, что делает ремешок в средней части стопы. Без него кроссовки получаются максимально комфортными, максимально легкими и крутыми. А вот если ты используешь ремешок, ты просто ощущаешь что-то поверх своей стопы, ну и больше ничего. В теории ремешок должен усиливать среднюю часть кроссовок, ну а на практике он ее просто украшает. Если не застегиваешь ремешок, KD14 по ощущениям напоминают, не знаю, Гипердан 2012. Это мягкие, кайфовые, легкие и максимально отзывчивые кроссовки. А вот ремешок, ну, он добавляет им немножко бессмысленности. Нет, я не говорю, что это плохо. Я не говорю, что это как-то вредит кроссовкам или что-то подобное. Нет, это просто приятная фишка, которая здесь есть, ну и работает на ностальгию по линейке Кевина Дюранта. Дружище, приготовься к тому, что под твоими стопами будет самое настоящее облако. И я именно так характеризую работу подошвы 14-х дюрантов. Что мы здесь имеем? У нас есть баллон Zoom Air по всей длине стопы. Его аккуратно пришили прямо под стельку. Ну а под ним расположили пену кашлон. И это идеальный тандем, идеальное сочетание мягкости и отзывчивости. Работает данная система следующим образом. При шаге или же при приземлении твоя стопа аккуратно проваливается в пену кашлон, настолько мягкую и плюшевую, что казалось бы, ты сейчас пробьешь ее насквозь. И вот в этот момент в работу включается баллон Zoom Air. Он выталкивает стопу наверх, будто бы пружина. Идеальное взаимодополнение, и это именно то, чего не хватает кроссовкам Зайана Уильямсона. Ты можешь посмотреть обзор на новые Зайки, он уже на канале. Давно. Очень давно. Неделю как. Жирная точка в рассказе о функционале данных кроссовок – это тракция. Сцепление с игровым покрытием в 14-х дюрантах возведено в абсолют. Мягкий протектор с широкими бороздами и рисунком в виде разнонаправленных прямых линий идеально работает на любом игровом покрытии. Чистый зал, грязный зал, вообще плевать, где ты будешь играть,
везде сцепление будет на высочайшем уровне. Даже обычные российские пыльные спортзалы школьные, казалось бы, где все играют как на коньках, даже там кроссовки себя ощущают как настоящие супермены. Но что за супермен без криптонита? Вспоминаем Нейта Робинсона и Дуайта Ховарда. Криптонит зачастую побеждает. И вот главный враг подошвы KD14 это улица. Асфальт или же резиновая крошка. Так вот, если собираешься порубиться в стрит, пожалуйста, возьми что-нибудь старое, возьми что-нибудь то, что не жалко. Сохрани KD14 для зальных сезонов, там они будут блистать. Обзор Anta GH2 дал мне отчетливо понять, что если кроссовки хорошие и в них нет недостатков, аудитории канала это не сильно нравится. Ну что ж, друзья, извините. Извините, пожалуйста, но в 14-е Дюранты это шикарная игровая пара, и в ней нет каких-то недочетов. И вот высасывать их из пальца я попросту не могу. Есть нюанс, за который другие обзорщики спокойно снизили баллы бы за долговечность и качество сборки. Это следы клея. Только в моем случае это след клея, самый дикий след за последние годы, что я видел. Я уверен, что только мне повезло таким образом, и других это обойдет стороной. По итогу в этом году Кевин Дюрант получил шикарные баскетбольные кроссовки. Они комфортные, мягкие, отзывчивые, легкие и очень цепкие. Да, в них абсолютно не понять, зачем влепили ремешок, и в них не поиграешь на улице. Но в остальном это must-haves. Это обязательные к приобретению кроссовки в бюджете от 10 до 15 тысяч рублей. Вот только я напоминаю о размере. Если ты возьмешь свой размер, ты получишь очень плотную посадку, прям миллиметр в миллиметр. Если же хочешь чуть больше комфорта и свободы стопы, возьми наполовину размера больше, и ты не пожалеешь. Я всегда говорю, что дорогие кроссовки, они не всегда хорошие, а хорошие кроссовки не всегда дорогие. Но вот только в случае с 14-ми Дюрантами, это дорогие кроссовки, которые отрабатывают каждую копейку своего ценника. Меня зовут Шлякин Кирилл, и это был детальный обзор на Nike KD14.